Беркуту зараз на самому Майдані не спостерігається. Не то, що Беркуту, жодного міліціонера немає, взагалі жодного. Тут зараз ні міліціонерів, ні беркутів, нікого немає. Тобто їх просто не підпускають до Майдану. Зараз чат не оновлюється, тому я не можу відповідати на запитання, якщо вони у вас є. Знаходимося в території на Майдані. Ну то, свобода забирає? Свобода. Янукович. Нюрнбергский. Скажем, где люди харчуются. Да. А ось. А тут? Тут теплі речі люди приносять, якщо комусь потрібно, то може підійти, взяти. Ось, бачите, бабуля принесла якесь простирадло, ось хтось щось приніс. Добре. Ось тут приносять теплі речі, щоб продукти здавати. Продукти борщ. А ось люди продукти принесли, покажи. Люди приносять продукти, приносять пластикову посуду, щоб можна було щось харчуватись. Зараз отут. Тут люди харчуються. Народ, беріть теплу картоплю, передайте туди. Давайте, будь ласка. А продукти вам давати? Там знаходиться табуку. Дякую. Туди не можна. Я показую для того сесію в інтернет. Я розумію вас. Я не йду, я стою чоком. Щоб не заважати. Я без тих, не забороняю сама. Вони підходити забороняються. А, підходити. Мати не забороняє. Я з вашого дозволу. Ми вас чай взяли. А чай ми не взяли. Дайте нас чай, будь ласка. Ви тут будете через кожні 20 хвилин. За що це можна тут? На Майдані. Ми зараз оставимо свій вибір. Ми не хочемо Януковича, ми не хочемо бандитські групировки, ми не хочемо, щоб побіжали наш народ, ми не хочемо, щоб побіжали наших студентів. Ми проти цього. Я приїхала зі Знам'янки, Кіровоградська область. Я приїхала сама, мене ніхто там не звав, ніхто я сама приїхала. Сама от допомагаю, чим можу. Прекрасно. Нашим людям. А що ви робите в житті? Я предприниматель, так. Понимаете, ну, да? Продавец. У меня свёл предприниматель, а я у него продавец. Оставила бизнес, открыла магазин. Да. Сейчас люди звонят, возмущаются, потому что у нас Знаменка маленький город. И они как бы все в Знаменке за Януковича. Вот. Я была на Майдане 10 лет назад, и я и сейчас пришла, потому что я считаю, что нам нужны перемены. Мы не хотим зэка, мы за него не голосовали. Вы борбите за вашу жизнь? Да, это да. Правда? Правда, да. Я против фальсификации. Тогда были фальсифицированы выборы, и сейчас тоже. Украинский народ, тут только малая часть, которые не могут поехать, билеты есть.
зайдите на сайт, вы залезните, там есть билеты, а официально их не продают там в кассах. Мы ехали машиной, блокировали автобусы, постные ГАИ, все нас, все запрещают нам. Так нельзя дальше жить. Украинцы сказывают, что они зарабатывают плохо, это правда? Ну, наверное, да, потому что по нашим меркам, если, извините, у вас за границей пенсионеры ездят в круизы, то у нас на огороде картошечку копают, понимаете? У нас совсем по-другому. Спасибо вам большое. Спасибо. И вам тоже покушайте, пожалуйста. Спасибо. Женя, вы откуда? Сейчас Польша. Сейчас Польша. А Польша как относится к действиям Украины? Я думаю, что Польша хорошо относится к вам. Я думаю, что мы хотим сделать все, что возможно, чтобы вы были в Евросоюзе. Это очень важно для нас. Я думаю, что украинцы это... А как польского журналиста побили, как вы к этому относитесь? Ну, это очень плохая вещь. Это очень плохая... чтобы знать это. Расскажите, приедьте к вам, расскажите, что бьют ваших и наших, всех тут нас, Беркут нагнать на Майдан, то извините, какая милиция с народом, люди добрые, это же милиция, вы же давали присягу, кому вы давали? Это очень плохо, расскажите всем, пожалуйста. Они давали власти. Вы прав, очень спасибо народ. Для вас. Все да. Добрые для давали вас. А как вас зовут? Так.